Увидев молодежь с баллончиками с краской в руках, невольно возникает мысль о хулиганах. Еще минута, и они разрисуют ближайший забор. Но ребята в зеленых футболках не из таких. Они члены молодежного патруля, которые решили бороться с граффити. Как? Вышибают клин клином, закрашивают рекламу вредных веществ такой же краской. Сегодня мы собрались с ребятами с молодежного патруля, чтобы улучшить качество нашего города, чтобы не было пропаганды чего-либо, каких-то сайтов, чтобы они не способствовали тому, что там написано, чтобы сами не писали, чтобы мы должны им показывать, что это неправильно, и сами должны не заниматься этим. Это уже вторая акция по уничтожению современных настенных рисунков. Место для покрасочных работ выбрано не просто так. Гаражи неподалеку от учебной базы летного училища заполонили надписи. Охоту на них молодежный патруль объявил с этого года. Первая акция была у нас в начале года. Мы закрасили более 200 надписей. Сегодня мы тоже закрашиваем, тоже постараемся закрасить максимальное количество надписей. Надписи к нам передаются по телефонном режиме, бывают наши участники молодежного патруля выявляют надписи. Надписи по всему городу есть, их очень много, пытаемся ликвидировать. Ликвидация проходит довольно успешно. От названий сайтов с плохим содержанием остались только невзрачные очертания. Работа продолжится в разных районах города, в особенности там, где будет найдено большое скопление запрещенных надписей. Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации телеканала РНТВ «Армавир».